Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы пошагово разбираем вот этот вот узор для бактуса, для платка, для жилета. Я очень много встречала этих листочков в использовании. Его можно использовать не только на бактус, но и на низ, оформление низа изделия при поперечном вязании. Сейчас мы разберем сам узор. А если все-таки вам нравится этот бактус, я давно, он у меня уже был на канале в вопросе. Если все-таки вы хотите мастер-класс, пожалуйста, 50 тысяч просмотров и готовый мастер-класс сразу выходит на канале. Набираю я для образца 10 петель. И первым делом первую петлю я провяжу для красоты. Далее накид, лицевая, накид. Далее провязываем все петли лицевым до конца. Так, изнаночный ряд. Второе. В изнаночном ряду, это у меня дополнительные петли, вот я их вяжу изнаночными, чтобы получить лицевую гладь. А сам узор я вяжу лицевыми петлями накид. Вот ведущая лицевая петля у меня будет, ее я провязывать. То есть до накида мы вяжем изнаночными петлями во втором ряду, накид провязываем лицевой, далее изнаночная петля, накид лицевой и кромочную тоже лицевой. Третий ряд. Первую петлю я снимаю, делаю накид, провязываю лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Здесь у меня 4 накида. Далее вот это наше ровное полотно вяжем лицевыми петлями. Четвертый ряд, изнаночный, первую петлю снимаю, семь изнаночных, накид провязываю лицевой, вторая лицевая, третья лицевая, одна изнаночная и 4 лицевые вместе с кромочной, 1, 2, 3 и кромочная 4. Поворачиваем лицевой ряд, первую петлю и вторую провязываем вместе лицевой. Далее делаем накид, провязываем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой и накид. Вот мы закончили листочек. Далее 7 петель лицевыми, кромочная, изнаночная, изнаночный 6 ряд, кромочная, 7 изнаночных. Далее 1, 2, 3, 4 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 5-я у нас кромочная. 7-й ряд, первую и вторую петлю провязываем вместе лицевой, делаем накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, накид. Далее 7 лицевых и кромочная. 7-й ряд изнаночный. 7 изнаночных, 5 лицевых, 4, 5, изнаночная и 6 лицевых, 4, 5, 6. 9-й ряд, 2 вместе лицевой,
накид, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 3, 2 вместе лицевой, накид, 7 лицевых и кромочная. 10 изнаночный ряд, кромочная, 7 изнаночных, 6 лицевых, 7 лицевых, 7, так, 11 ряд, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых, 4, 5, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 7 лицевых и кромочная, 12 изнаночный ряд, кромочная, 7 изнаночных, 7 лицевых, 5, 6, 7, 1 изнаночная и 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, и последний ряд с добавлениями, это у нас 13, 2 вместе, накид, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, 2 вместе, накид, 7 лицевых, изнаночная, 14 ряд, точно 14, раз, 2, 3, 4, 5, 6, да, 14 изнаночный ряд, кромочная, 7 изнаночных, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 изнаночная и 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, мы дошли до половины листочка, мы здесь добавляли петли, сейчас мы их будем, листочек, зауживать. Вот сейчас мы находимся в половине его, сейчас вторая часть узора, где мы будем сокращать этот, зауживать листочек. Так, 15 ряд. За 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 петель провязала лицевыми. 2 вместе лицевой, накид, и 2 вместе лицевой, 6 лицевых до конца ряда и изнаночная. Изнаночный ряд 16, кромочная, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, теперь 8 изнаночных. Здесь у нас во второй половине будет добавляться вот этот накид, провязанный изнаночной петлей. Вот он, то есть восьмая петля. Далее лицевые петли до конца ряда. Здесь вы их даже можете не считать теперь. Так, 17 ряд. 2 петли вместе лицевой, начало ряда. Накид. 2 петли вместе лицевой. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 и 11 провязываем вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой и 6 лицевых и кромочная до конца ряда.
18 изнаночный ряд, кромочная 8 изнаночных, 3 4 5 6 7 8 лицевыми до конца ряда. Так, 19 ряд, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой, далее лицевые, 1 2 3 4 5 6 7, 8-ю и 9-ю провязываю вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, вот тут 2 вместе у нас и тут 2 вместе, между ними накид, и 6 лицевых петель и кромочную до конца ряда. 20 ряд, 8 изнаночных, кромочная 8 изнаночных, 2 лицевые петли до конца ряда. 21 ряд, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, 1 2 3 4 5, 6-ю и 7-ю провязываем вместе, накид, 2 вместе лицевой, 6 петель до конца ряда, кромочная, изнаночный ряд, 8 изнаночных, 2 лицевыми до конца ряда. 23 ряд, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой, 1 2 3, лицевые, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевыми до конца ряда. 24 ряд, изнаночный, кромочная 8 изнаночных, 2 лицевыми до конца ряда. 25 ряд, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, и 6 лицевых до конца ряда. Мы приближаемся к концу лепестка, к его зауженной части и к концу узора. Изнаночный ряд, 8 изнаночных, снова 2 до конца ряда лицевыми. Да, 27 ряд, 2 петли вместе лицевой, накид, 3 петли вместе лицевой, накид и 2 петли вместе лицевой, и до конца ряда довязываем. 28 ряд, 8 изнаночных после кромочной, 2 до конца ряда лицевыми. Так, 2 петли вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой, и до конца ряда лицевыми. 30 ряд, 8 изнаночных, 4 лицевые до конца ряда
Теперь мы повторяем с третьего ряда. Одну петлю снимаем, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 7 петель лицевыми. То есть с третьего ряда мы повторяем снова весь раппорт. Не с первого, а с третьего. Вот он у нас и есть, третий ряд. Потому что первый ряд и вот последний немного у нас отличается. Поэтому мы повторяем не с первого, а с третьего. То есть мы начинаем вывязывать следующий лепесток. Вот, девчонки, вот и все. Вот такие вот, вот такая кайма получается. Для чего угодно можно использовать. Если все-таки хотим бактус, пишем, 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 пишем. Я его здесь выложу, а вы пишите свое мнение. Все, девчонки, пишем комментарии, ставим лайк, делимся в группах, в социальных сетях видео. Всех люблю, целую. С вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока.